смотрите, что у нас произошло. Мы поняли, там, не метем докатанием, что такой минимум существует, и он положительный. То есть, если у нас никакая точка не стоит на месте, то существует такая величина некоторая, положительная, что каждая точка сдвигается не меньше, чем на эту величину. Согласны? Вот, отлично. Это уже выглядит подозрительно. Да, это уже выглядит подозрительно, что каждая точка сильно сдвигается. Да? Вот, я сейчас возьму и вместо произвольного разбиения рассмотрю абсолютно конкретное. Оно будет устроено следующим образом. Значит, ребят, беру треугольник, делю сторону на равные части, потом количество частей разбиения будет стремиться к бесконечности. И провожу вот так вот. Все понимают? Угу. Самое, что ни на есть, может, я не буду до конца рисовать, но самое, что ни на есть, естественное разбиение, да? Ну, в общем, понятно. Самое-самое такое понятное разбиение на треугольничке. Это можно так сделать. Вот берем, проходим по клеточкам, ну, а потом, соответственно, превращаем треугольник равносторонний. Ну, и здесь, естественно, тоже, да, диагональте вот эти. Так. Всем все понятно? Такое вот самое-самое естественное разбиение. Осталось понять, по какому принципу мы проставим буквочки А, Б и С, чтобы у нас все стало хорошо. А принцип очень простой. Помните, что внутри любого треугольника, ну, на самом деле, не на всей плоскости, только на плоскости они могут быть отрицательные, а вот внутри треугольника они всегда не отрицательные, есть барицентрические координаты. Кто помнит, что такое барицентрическая координата точки, расположенные внутри треугольника? Их три штуки. Да? Ну, можно продлить сечение для пересечения со стороны. Можно, но не нужно. Проще. Что такое барицентрические координаты точки? На что нужно? Нет. Это множество таких выходящий вектор. Еще легче. Чтобы к сумме. Нет, это тоже верно, но можно еще проще сказать. Вы теорему чего учили? Одно из доказательств было с использованием вот этих трех площадей. Или не было? Да. А? Там что-то такое говорили, что вот если вот провести вот эту, это то, на что сейчас намекал Андрей, если провести эту чевиану, то вот эти отрезки относятся как вот площади этих двух треугольников. Вот, если провести эту чевиану, то вот эти отрезки относятся как площади вот этих двух треугольников. Если провести эту чевиану, то эти отрезки относятся как площади вот этих треугольников. Согласны? Да. Вот. Ну, а дальше она перемножалась, получалась единица. Было? Так что ж такое барицентрические координаты этих точек? Да? Это площади этих треугольников. Конечно. Это просто-напросто да, площади. Ну, обычно, правда, говорят не о площадях, а о долях площади. То есть, какую долю площади от всего треугольника составляет вот этот, какую долю площади составляет этот и какую долю площади составляет этот. Все понятно? Отлично. Теперь смотрите, на самом деле вот у этих точек есть одно замечательное свойство, что когда точка лежит на отрезке, то площадь треугольника АС и вот эта точка равна чему? А? Нулю. Поэтому соответствующая барицентрическая координата точек этого отрезка, она чему равна? Ноль. Нулю. Отлично. Так, а у этих точек какая площадь? Ноль. С, Б, вот это, да? Ноль. Нулю. А здесь нулю. А теперь очень простая идея. Господа, когда я беру внутри треугольника абсолютно любую точку, то я могу замерить три барицентрические координаты. Mm-hmm. Так? Все понимают, что сумма этих трех площадей равна площади всего треугольника. Да, да. Слава Богу. Значит, сумма барицентрических координат, то есть сумма долей, это будет просто-напросто единица, так? Замечательно. Бывает ли, чтобы точка передвинулась,
И у нее все три барицентрические координаты увеличились. Почему? Это же было и сумма была единицей и осталась. Значит, не могут ли они все три увеличиться? Точно так же. Могут ли они все три уменьшиться? Нет. Нет. Отлично. А вот теперь вы докажете теорему о существовании неподвижной точки. У нас имеется вот это вот разбиение на маленькие и маленькие. Согласны? Мы можем размер этого разбиения выбрать, ну, сколь угодно мелким. Теперь нужно просто понять, ну, понятно, что А, Б, С мы представляем просто в вершинах этого треугольника. Соответственно, у каждой точки есть барицентрические координаты. А вот теперь принцип, по которому мы ставим буквы А, Б, С. Я напоминаю, что на всех, у всех вот этих точек барицентрическая координата первая равна нулю, потому что площадь вот этого треугольника равна нулю, так? И мы сюда пишем только B и C, и мы не пишем сюда А. Что ж, к чему бы это было? Вот на этот отрезок мы не хотим писать А. И у них у всех загадочным образом барицентрическая координата равна нулю. Что не может сделать ноль? Ноль не может уменьшиться. Не понимаете? Вот у нас есть набор трех барицентрических координат. Это числа не отрицательные, и они в сумме дают единичку. Представьте себе, что у нас есть точки на отрезке BC. У них у всех первая барицентрическая координата. Вот. Если мы смотрим на наше отображение, берем одну из точек сетки, смотрим, куда она сместилась, на барицентрические координаты, и та, которая уменьшилась на большее число, мы пишем. Нет. Пишем любую из тех, которая уменьшилась. Так, фиксирую принцип. Давайте еще раз, запишите, пожалуйста, в себя. Берем А, Б, С. Это понятно, да? А, Б, С. Вот. Дальше. У любой точки есть три барицентрические координаты. У любой из вот этих вот точечек. Она куда-то переходит. Там тоже есть какие-то барицентрические координаты. Она не обязательно в узел переходит куда-то, так? Так вот, не могут все координаты увеличиться. Если у меня точка обязательно перешла в другую, значит, хотя бы одна из барицентрических координат уменьшится. Согласны? Так вот, если какая-то координата уменьшилась, то мы соответствующую букву можем написать сюда. Может быть, кстати, две координаты уменьшатся. Все три не могут сразу, а две координаты уменьшатся запросто могут. Тогда без разницы, выбираем любой вариант, пишем что угодно. Принципиально важно, что у всех вот этих точек барицентрическая координата, которая соответствует этой площади, она равна нулю. Ноль уменьшиться не может. Поэтому буква А на этих точках никогда не будет написана. Точно так же барицентрическая координата, соответствующая для Бшки, у всех точек этого отрезка не может уменьшиться, потому что она и так уже равна нулю. Поняли? Значит, вот это условие насчет того, что здесь только АС, здесь только БС, а здесь только В, оно будет выполнено. Да, и, кстати, вот у этой точки барицентрические координаты какие? Неправда. 1, 0, 0. 1, 0, 0. Поэтому тут обязательно будет написано буква А. У этой барицентрические координаты 0, 0, 1. Нули уменьшиться не могут, поэтому тут обязательно будет написано буква С. И у этой 0, 1, 0, да? Будет написано буква Б. 0, 1, 0 будет написано буква Б. Все понятно? Все понятно. И все-таки теперь до конца докажите. Я хотел бы, чтобы последний шаг сделали сами. Это гениальная конструкция. Для Шпернера, это не зря я сегодня два урока на это потратил. Это гениальная совершенно теорема. Народ, давайте. В чем идея? Можно взять такое меленькое разбиение, что по сравнению с вот этой стороной, этот отрезок будет огромным. Это можно? Ну, это же у нас некоторая конкретная величина, вот этот минимум, да? А? Если очень маленький треугольник, очень сильно увеличит свою площадь, то это будет. А, нет. Сейчас. Еще раз. Вместе. Ребята, если честно, здесь вот у меня там плюсиков на один больше, чем минусиков. Если честно, для Шпернера нужна сейчас не в этом виде, а то, что хотя бы один плюсик есть. Да. Все остальное ерунда. Насколько их там больше, это сейчас не особо не важно. Важно, что если количество плюсиков на один больше, чем количество минусиков, то хотя бы один плюсик есть.
А что это значит? Это значит, знаешь, что есть отрезок, такой маленький треугольник. Есть маленький отрезок, который очень сильно увеличился. Давайте подумаем, что такое есть маленький треугольничек, у которого все три вершинки разные. Вот А, Б и С. Вот давайте подумаем, что такое, что означает, что А? Вообще, буква А, что означает по смыслу? Значит, что куда? Куда? Право. Сюда или сюда? Право. А? Меньше сказать. Значит, право. Вот туда. Угу. А это означает, что точка сдвигается вот в эту сторону. Что означает Б? Туда. Что означает С? Третье направление. Туда. Слушайте, эти три точки, они сдвигаются в три разные стороны. Не совсем. Нет, еще С сдвигается вот туда. Но не совсем туда, может. Она сдвигается, скажем так, она в эту полуплоскость. А это значит сдвигается вот в эту полуплоскость. И Б это значит сдвигается вот в эту полуплоскость. Понимаете? Да. Замечательно. Но внимание, если у нас вот эта величина большая по сравнению с этими размерами. Берем точку, вот эту. Она куда-то сдвигается. Отображение непрерывное. Ой, а я забыл теорему о равномерной непрерывности доказать. Я понимаю, почему вам сейчас плохо. Мне нужна еще такая теорема сейчас, что любое непрерывное отображение на отрезке или на треугольнике, на компакте, оно является равномерно непрерывным. Мы же ее правда еще не доказывали, да? Ну, сейчас докажем.